Может, сегодня упадут перчатки? На кого? На разбойник. Бля, мне вот с этого босса так и не выпали с перчатки. Позвали как-то в ДВ рейд Хота. И если бы мы его не звали, я бы Навара бы забрал. Теперь они не падают. Мучи себя, как я сикста. Там еще пояс профан нужен, перчи нужен. Вообще прекрасно. Ананас этот? Че у тебя там ананас? Я говорю, на нашу гильдию это жалуется на форуме. Кто? Что случилось? А, на попало, наверное, да? Клементина 3++ категория. Типа написали, что один анрол, а забрали, блядь, два анрола. А кто забрал? Кто РЛ? Я хуй. Да там ну, сегодня в чате что-то там про Япончик попало. Там писал, писали. Что анрол на Лока, он имел в виду, что Т4 любые, которые падают на Лока, там голова и перчи, они... А, вон как, понял. А этот дебил думал, что один анрол. Ну там все равно без скринов хуйчу сделаешь, типа. А чё, на пеп упало? Тоже жаловались на форуме? Не, там в ЛФГ я видел. А. Да я был с ним в рейде в этом. Там просто пал дурачок. Ну, не пеп, а тот. Орал. Ну, хорошо, что уточнил. Смотрю, раскол спадает там. Отличные новости, народ! Смотрю, хорош. Надо вообще, чтобы ты варом танчил у ДВшников, чтобы там не так сразу. Да, кстати, вот туда варом, а сюда ДКшка. Это плюхи, все. Так он так собирал. Типа, заменять Нурглета пока. А он, да, этим ДК своим ДВшником. Подфризил. Есть такое. Вроде каст должен был пройти уже. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Что, мне тоже то ли пинг, то ли что? Сервер лагает. Большой вы в центре, скажете, это далеко. Еще один большой в центре.
стекла. Липучка вонючая. Подиспелить. Сдохну сейчас, нафиг. Не сдохнешь, не ссы. Большой. Не ссать в компот, нем повар ноги мои. Приготовьтесь, взрыв. Побежали. Мне так один раз сказали уже, не ссы, в итоге я сдох. А, нет. Да. Крылья на себе накинул, и все равно не спасли крылья. Че за хрень? Ну типа я смотри, там же несколько тиков подряд идет, куча тиков подряд, и какой-то тик тебя типа крылья прокнули, а остальные тики тебя убили. У тебя же крылья один раз спасают только от смерти. Мне получается осталось только чешка. Есть? Жди, шкаф поставим возле крови. Что говоришь? Фетиш есть уже. Фетиш есть. Сумманем быстрее. А чё этот меч с Джайаной ты не будешь брать? Нет, нафиг он мне нужен. Такой же, как зов. А эту шею с Келя? Тоже нет. Мне крита достаточно. Типа тебе вот эти вот 60 хасты. Да я просто вот собрал себе 65% крита под баф. Мне хватает. Чё ты? Тебя подтолкнули, да, чуть-чуть? Полина опять не та спала. Под носа прям. Носовую слову. Такой, если в этом фрейм станете, то боится не то. Сало вообще вагон, его кикнуть нахуй он. Контрольте у левых.
и вниз. И чё, что твой пояс? Мне он нафиг не... Берёшь. Там мотивола повыше тебя, я не надеюсь. Какой? Чё за пояс? Профа? Да есть. Заколдованный пояс. Сало, ты в рейде, значит пояс не упадет. Он вроде есть, но его вроде нет. Сало, ты мою книгу не заберешь. Может взять за ГП этот пояс на распыл, чтобы Сало побесился. Скорее всего, ты возьмешь только ГП. Почему? Ну, так же, как когда ролят на себя пили. Ну, так я заберу же и ГП, и пояс. У Сала приор 10, то есть если я заберу пояс за питик, у меня приор будет не 26, а 17-18, то есть я еще и книгу заберу. А зачем он тебе? Да просто Сала побесить. Думаешь, он бесится? Да. Да, ну ему глубоко похер он. Нет, это Сала. Ну да, это сова тоже верно. Санлейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов. Мяка, чё, колба? Чё у меня такое чувство, что Полина специально себя инту снимает, а потом просит дать инту? А почем колба, профа? 50. Ну, мяко ты слышал. Говори 60, десятку себе оставишь. Дополнительную. Естественно, с героика. Может, в героике сейчас. Если ачивки нет, еще же за ачивку ему придется отдать, да? О. Красиво, ебать. Так. Интересно, кто сейчас будет виноват? Найти бы пианиста, чтоб лицо босса не убить. Моя чаша, сладитесь болью. У меня ДБМ сам выставился на 12 Тематик метров. Падает. Кильте его. Мотиола, не бегай, блядь. Ёбаное всё, вы чё? Вот, у тебя раньше сам выставился? Хуй знает, лучше не вайпить сейчас. Вихрь, вихрь! Сделала меня неуязвимым, и прольётся кровь. Не дрочите сферы мои только. Thank you.
Давай подержим. Сало метеолу, метеол от рта. Лестница. Два хила, блядь. Она что, не встает, что ли? Ты тут, Матёва? Я, да. Вы что, ебанулись, блядь? Бля, пианист умер? Сука. Не уешьте. Их толшивы. Напуливаем на вой. Че, у нас нет БРов или че? Ребят, понять? Что там случилось? Я, короче, вылетела полностью. Ничего. Сейчас подожди. Сейчас я игруха. Короче, смотрите, сейчас Талдрам должен быть, да, вроде? Нет, Келеси. Это, не ауешьте, ничего не делайте, слышите, дайте мне сферы собрать. Ой, блядь. Ничего не делайте, только меня хильте. Хильте хорошенько. Тут главное на сферы, чтобы были на мне. И БР, и Телёху, хули вы дрочите там, блядь, БРов нет, что ли? Джидов нет? Там один Солориал и я за инстом, то есть, точнее, вообще не в игре, а Солориал только он, если что. Хильте зубы, никого. Давайте капли, хуяпли, всю хуйню. Хильте, хильте. Теперь Талдарам. Надо на этих двух боссов сейчас добить. Где он этот пидор? Талдарама добивайте. И хильте меня очень сильно сейчас, три хила вот эти. Хуяривайте там два ляма быстрее. У меня обновление. Сейчас я приду. Финальная шеведа и все, заебись по хмусу. О, катушка. Бля, перстень, перчатка еще. Можно на замену пойти? Кто мне скажет причину, почему пианист не здесь в Дискорде? Ему мод дали. В смысле, в Дискорде? Да. Так а чё я не понял, вот, чё ты там говорил про или Матиола, про БР и чё-то? Типа Матиола вылетела, понятно, у нас Солориал ещё тоже друидом играет вроде. Солориал КД 6 минут. Понятно. У меня обновление. Не знаю, напишите там или скажите, не знаю, обновлюсь, потом зайду, не могу зайти сейчас. А ты можешь через этот самый, через ярлык, через ран зайти? Без лаунчера. Ну сейчас вроде бы вот-вот, понимаешь, как никак, все никак. Я не знаю, я после первого вихря, короче, что-то все зависло, я ничего не могу сделать, ни Alt F4, ни свернуть, ничего, короче. Вы кричите, не бегай, да я не бегаю, или что? Да ничего страшного бывает. Вы же убили, да, принцу? Да, мы убили, да. Ну, сейчас была, но я думаю, что я зайду сейчас, короче. Просто, думаю, напишите там пианисты. Напульте на меня. Я встану. А, все, лёг.
хуй знает. Рейндж не писал, ничего не включилось. Может, без боя надо? Я думаю, может колечко взять на ПВП поста вместо пепельного. Или там цифру надо рейнджа писать. Адмирал. Пробуй 10. Раньше 10. Сейчас уже трэш ничего. Да там похер, трэш, не трэш. И не кнопки тыкать, просто надо. Бля, вот бы Джайна без связи побить, да? Да, блять, хули. Халика бы я без связи бы побил. Халик-то изи, блядь, вот Джайна интересно будет. На самом деле не вижу ничего, никаких проблем, чтобы тут вообще без связи идти. Я тоже не вижу Джайне проблем. Ну написал один здесь, никто не там работает. Типа нету такого. У тебя нигде окошко рейнджа не вылезло? А хуй знает, не вижу. Ора по краю без связи. Типа проверка дистанции. Вы поизвращаться хотите или что? Как? С какой целью хотите? Без связи, там еще что-то, в одного хила. Да, ну смотри, Элбрил, как мы идем достаточно лихо, заметь, и без лаг. Ну так а чему виной? Кто виной? Да 1000 ГП стимулирует, блядь. Нет, нихуя. Кто в рейде у вас есть? Про товар. Кто есть? Про товар, все правильно. Который смог? Который смог. Вар... Вары не танки. Сука. Не знаю, заебательские танки. Гибридный билд замутит тоже, блять, будешь королем вообще. Не, ну там агро нормально, но он для рейдов не годится. В смысле, а чё вообще про товар рейду дает? Он ничего не дает рейду. Он скучный там чарльз. Вы бы на леди сдохли без меня. Нет, если бы у тебя был гибридный билд. Скучный там чарджа нету. В натуре чаржи, трех чаржей нету. Да я не знаю, вы бы на леди просто сдохли. Там три шевешки было по рейду. Не четыре. Вудь учаржился, который мобов бил. 9 мобов затанчил, это ж пиздец. Кто так может? Только про товар. Давай ты опять лутай на Лара покажешь. Да я хочу. Ну там кольцо достал. Сдавак обрыгал. Кто кольцо с совета забрал? Я ролил на оф, но у меня нету. Мяка написал. Мяка пишет Энзо. Вот это говно, оно ж диспелится. Это как проклятие, вот это зеркало. Пойдет сейчас. Но он уже диспелится все равно, да? Я помню, вроде как фиолетовый диспелится. Фарада, 40 секунд ждем, пока стаки пропадут, потом пуляем. Есть рыбка? Ну, сейчас пока Мозард бежит. СК-сарик словит? Гоу, зашкафируем этого. Ну, он стоит он за углом. Тик. Он просто АФКшит там. Тикайте. Там кот в короне. Кота я суммонил. Я его суммонил. Ты суммонил, да? Давай Мозер еще, блин, далеко бежать. Вот колечко. Все, он принял, ебать. Мяка, тебе на мэн, да? Мозер. А, тебя другого нет. Сейчас Леха на ботинку. Вместо чего ты хочешь поставить?
ставить. Это было неразумное решение. А радар-то еще сам включается. Когда надо. На совете 12 сам выставил, здесь 8. Выставил 8, а можно 10. Ну, тут видишь, получается рейндж 8 же нужно соблюдать, вот он и сам выставил 8. Так, какой-то пидор ко мне подошел. Да там ничего сразу. Джедом, съебись отсюда. Почему 8, если на 8 минут? А чё, когда ты подходишь, у тебя там начинает какой-то детектор, да? Да. Бля, я сейчас за тобой бегать буду. На стриме особенно, да. Где ты там? Ну-ка иди сюда. Я ж тебя сейчас хилить перестану. Да мне похуй. Если бы там еще больше, блядь, пак. В этом пище. Адмирал, я сейчас вернусь, подожди. Я-то могу и отключить. Вот так вот хуяк. Там, блядь, оглохнет, честно, дури, не бикает. Да, я отключил. Уж в тебя Чарльз убежали. Ой, да, Делорос, куда это ты побежал? Облег в него лужу. А у тебя что пищит, а не кричит, суки, отойдите от меня. Могу ей поставить, суки, отойдите от меня. И вам передать. Чтоб в личку каждому писал. Не в личку, у каждого будет орать, пока это так же по КД. Просто звуковой файл поменять. У меня звука не включена в игре, как бы хоть оборить. В наушниках я твоих слышу только. А в луже сразу видно, когда сало сломано. У нас там лужа в центре, осторожно. Сало сдох, раздавака сдох. Начинаем представление. Шивышка кончилась. Да, куда он сало пошел себе там какой-нибудь чаек наливать? Это же сова, блядь. Сова, она и в Африке сова. Блядь, два мисса пирик. Вот почему? А про этот, ну, авейд был какой-то. Просто вот пока она шла, два месяца. Че там чуть вдвоем сдохли-то? Чем сразу, как вас хилить-то? Я надеюсь, оно в заломании тоже будет работать. Я надеюсь, КД ШВ откатится до второй сдохки. Ну вот, минус ЛБ. Ну и кто не добежал ко мне? Кто навстречу не бежал? Френзик. Короче, пидородетектор. Тихо. Френзик, сало поднимаешь, сало Элбрила. Сейчас бы он меня убил. Нужно захилить взлетку. Если мы, конечно, до нее убьем. Взлетка уже скоро. Не успеем до нее. Френзик, вот напишите в чат быстрее кто-то. Сало вылетел. Я в дискорде, я поднял его, он не встает. Он вообще вылетел. Ну надеемся на ШВ хулить. Шипа гимна. Шипа гимны дайте. Да, гимны, ноликс. Творчок. На ХП хуярим. ШВ есть на рейде. Хотя кто далеко, может, не достал ШВ. Арма. Изи. Ну вот. Кому вы обязаны жизнью? Там 8 секунд топ. Да, блядь. Багруха! Не щит. А что, только 2 укушенных было? Хотя осколков сыпет, да? Не щит лучшему протовару, блядь. А багруха боссовая. Сегодня магам везет пиздец, как РДДшникам. Катушка, багруха, кольца. Клинки, соратники,
прыгуны насмерть будут стоять. Матиола, ты тут? Да, тут. Что у тебя с игрой? Нормально, в Долоране стою. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. Сейчас, походу, ты Миша, а что лучше, шея с острова или багроха? Объясни, мяки. Вот ты, если честно, спрашиваешь, конечно, багруха. Но геройская стопы дает намного больше опрок. Ты перебегаешь, не перебегаешь, прок намного хуже, чем обычные стандартные стопы. Слышал, мяки? Перерыв объявили, сейчас после охотницы перерыв. Мяка, повторяю, с Гера багруха дает больше статов и прочей всякого дерьма, а островная шея, она получается прокнула, ты побежал, и все, пиздец, все проки проебал. Чем меньше у тебя прок, тем лучше. Это в бисовом контенте именно вот эти вот всякие лич, джайн и все в этом роде. Чем больше стабильных статов, тем лучше. Сейчас-то ты его услышал? Амиру, включи усиление микрофона. Есть телефон, у меня не Я понимаю, у тебя есть на телефоне. Я сейчас скину как. Так оно и так вроде как усилено. Нет. Тебя заходишь в настройки, голос и видео. Да, и так все на максимум стоит. Я уже проверил. Отключи автоматическую регулировку. Вот интересно, почему все слышали мою клаву с мобилы, когда у меня телефон лежал в кармане, но когда я его держу в руках, чуть ли не у рта, никто меня не слышит полностью. То есть ты сейчас у рта держишь, да? Не мог дотянуться. Телефон. Ну тебя слабо слышно. А, Валька в рейде, ёбаный глаз. А, нет, уже нет, она локал делает и все. Лок-вагон. Блять, я сейчас уже усну.
Что там, продолжаем игру-то или что? Войд. О, поехали. Я повисли. Нет, только ты. Это, наверное, будет по очереди всех выкидывать. Потому что нет, уже все висело, висело, а потом обновление. Или игру выключила даже. Большое обновление было? Я что-то не посмотрела, но я тоже сидела, обновляла. Дело в том, что у меня комп даже никак не реагировал. Даже перезагружала комп, потому что не могла вообще выкидывать. Просто экран висел и все, ничего больше. 400 метров он пишет обнову. Ну, надо тогда перезайти, просто обновиться всем и все, чтобы не было вылетов на ботов. Всем привет. Привет. Здорово. Зашла напомнить, какие маги вагона, что не бафуют тебе инту. Меня больше смущает, почему меня сегодня все роняют. Вопрос, как ты умерла с пула-то на этих принцах? Меня босс убил. А, типа танки и вагоны? Ну, я же линковала свою смерть несколько раз. Но ты во время пула линковала. Пианист успел только ворваться, забрать Валанара. Полина сразу начала хилить, ее убил... Это неправда, я не хилила, нет. Ну, не просто так он на тебя побежал. Ну, стояли только тотемы, все. Блин, я еще даже подбежать не успела. Он выбрал самую умную, самую красивую. Щит земли там. Ну, короче, от этого не должен босс срываться. Тут забей.
Короче, есть видео. Там кто-то напулил просто, вот и все. Меня в чат пишет, кто напуливает, потом можно... Коняк, я тебе потом косарь отдам за голову Полины. Ой, я что, это в Дискорд сказал, что ли? Ну-ну. Вы в курсе, что у кого-то копье? О, Мозер. Полин, предлагаю бунт против Делороса. А я-то тут при чём? Напуливать я не умею. Делорос там на самоотхиле выживет. Да нет, я же напуливать не умею. Как я могу напулить? Ты все это подстроил, плюсом ты ко мне терся. Знаешь, как это делается? Знаешь, как это делается, Делорос? Берется, меняются аккаунты на одного босса. И ты хер докажешь. Понял, да? Нет, не понял. Ты сидел на коника, коника на тебе, ну ты понял. А-а-а, тогда. Гейской хуйной какой-то попахивает. Типа да. Я сидел на коника, коника на мне, какой-то гей-порно. Не зря он на мой. Каждый... Если они выходят, я сразу съебываю учить. Каждый воспитан в меру своей извращенности. Согласен. Полин, смотри, я сделал этот радар тех, кто любит пожамкаться другим, и он первый, кто ко мне бежал. Гамма-радар оправдал свои надежды. Матеола и Монород, заходите в рейд. Пройдите этого туда. Мне никто не кинул в патик хилам. Как я зайду в рейд? Они офнуты. Не понимаю, сейчас Салуриал зайдет среди поля. Ну, звоним сейчас. Но хил надо. Френзик писал, что у него свет вырубает периодически. Сейчас минут. Шкаф. Шкафирует. Обычно у него такая хуйня. Ну, народ все равно больше ЕП, если там он за кольцом, то он в любом случае забер. Там мякозонтик, кстати, писал, что у него приора больше, и он катушку не забрал, а забрал. Он теперь стал больше. Ну, как так-то, блядь? У него стало больше, у него, блядь, 4, а у того 2. У Зедума 1300 ЕП. И, кстати, мяки, по-моему, не дали ГП за кольцо. Все равно, даже если с этим учетом, смотри, у Зедума 1300 ЕП, а это, соответственно, максимум 2,2 априора. А у Мяки 12 тысяч ЕП, на даже если будет на 3000 ГП, это все равно 4 единицы приора. На леди, кто меня убил из магов, признавайтесь, тоже смерть линковая. Я была в контроле. Не признаю тебя по всем магам. Соответственно, Миша, приору... Новый лог никак не мог обогнать Мяку. Ну или да, или лог меня убил какой-то. Может был мисклик и все. Я просто не понимаю, зачем вообще катушку ему. Ну, типа, блять, посох сока гер забери, и то лучше. Не, может лог хочет. Посох сока гер? А чем меч с лича плюс катушка, чем хули да это разобрались? Да ребят, что там, в Вокакир там нормальные шмотки падают, ну там и делается. Ну хотя да, посох он часто, кстати, падает. Слышишь, Мяка? Просто по ГП выйдет то самое, что это.
Только так ему надо будет. Да, даже меньше, меньше выйдет. Слича это хуй. Насколько я помню, в посохе три желтые дырки. Это нет, это ты их хуйню несёшь. Сдалка в ГИС, если то этих особо зомбарей не бей. Со мной, по крайней мере. Магов лучше. Миша, там две синие, одна красная, да? И то вообще на подавление не учить. А, у меня не миллион агро. Полетели. Это Воки ХМ стало. Порталы красные были всегда? Гери, да. В обычке зеленые. Я просто что-то внимания не обращал. Чувство, когда танкуешь и пьешь чай одновременно. Зубочистка сломалась. Я успевал пожрать колы. Кто сказал жрать? Сейчас пойду наложу. В ресторане работали, короче. У нас был сленг. Не наложить, а накинуть. Вот мы там друг другу накидывали. Звучит как-то это. Да. Не знаю, как это звучит, но мы еду накидывали. Звучит как-то по-гейски. Накинь хавчик. Накинь. Кир, стычок пустой. Кто обокрал? Ну наклык это уже там. Дамами легко поведять. Накинь на клык. Я вот подлагнул, и никто не додумался. Ни иннер, да, бафы какие-нибудь. Никто не смотрит за тобой. Да, ты не говоришь. А то, что у вас хил умер в портале, вас не смутило, да, никого? Сам виноват. Мы тут обсуждаем, кто кому накидывает. Накинь ЕП. Я слышу. Накинь ЕП. Ух ты, жезл. Ух ты, говно. Квест, ребят. Квест? Да, я уже сделал. Его еще раз можно сделать. На другом персе. Да.
чё? Давайте задонатим мне 20 брюлей. Слишком далеко. Мне дешевле губы закаточную машину купить. Или как один сказал, карандашком можно обойтись, знаешь, берешь и подкручиваешь губы. Да карандаш. Это как шея для бомжей, это губозакаточная машинка для бомжей. Без моторчика, вручную закатываешь. Адмирал, что-то твой радар тебе не помог с пола. Чего? Чего мне не помог? Радар с полом не помог тебе. Шкафируйте, давайте. Вниз суманем. Лифт пока приедет должен. Он определяет пидоров, а не левитацию.